подъем на электричку. Потом вот эти зигзаги. Счастье. Влево-вправо. Кто у нас готов? А? Друзья мои. Пока даже не вот такой мощный физический часть вряд ли будет счастье от того, что ему придется таскать эти багажи. Где у нас пострадавший? Чемодан больше, понимаете? Идем. Как раз чемодан ждет вас. Пойдемте сдадим багаж. Подождите, тут все в порядке. Нам надо подъездные пути. Ну, готов? Ну, сначала надо потренироваться. А куда другую пластику? Да. Ну, ты тоже пойдешь. Так. Ну, и дальше. И туда. На электричку. Мы можем с вами кого-то отправить. Вас оттуда принесли. Ну, что мне жалко даже было. Вы уже их порвали. Поэтому. Понимаем, о чем говорим? Вы правильно обратили внимание? А дело даже не в том, что у кого какой рост, а дело в том, что там крайне неудобно. Вот и все. Рост здесь.